Национальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Мы рады приветствовать в актовом зале Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии педагогов и, конечно же, множество родителей. Сегодня, 1 апреля 2017 года, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия проводит День открытых дверей. По традиции Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии любое мероприятие открывает гимн. Встречайте, студенты Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии с гимном НГСХ. Ваши аплодисменты студентам Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Но я приглашаю пройти в президиум доктора биологических наук, профессора, заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации, ректора Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александра Геннадьевича Самоделкина. Кандидата экономических наук, доцента, первого проректора, проректора по учебно-методической работе Георгия Валерьевича Жданкина. И мы начинаем. Слово для приветствия и открытия Дня открытых дверей Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии предоставляется ректору Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александру Геннадьевичу Самоделкину. Спасибо, Владимир Викторович. Владимир Викторович Иванов, проректор по социальной политике, воспитательной работе, профориентационной работе, кандидат технических наук, доцент, чтобы знали. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня очень приятно, что полный зал наших потенциальных студентов, сегодняшних абитуриентов,
приятно видеть родителей в нашем зале. И это очень хорошо, что интерес к аграрному образованию, к аграрным профессиям у нас с каждым годом растет. Вчера замечательный был сюжет по ННТВ в программе «Объективно». Если кто-то видел, мы только что провели огромный международный фестиваль «Союз талантов России» с участием многих известных исполнителей, членов жюри. Был у нас Родион Газманов. Этот фестиваль впервые в таком масштабе проведен на базе одного из вузов Нижнего Новгорода, и был выбран наш вуз по той простой причине, что у нас очень массово ребята участвуют в художественной самодеятельности, вообще в культурных всех мероприятиях. Много победителей различных конкурсных программ, это и областных, республиканских, международных, окружных. Это говорит о том, что сегодня очень активно идет единение культуры, науки, образования в вузе. И сегодня на всех площадках фактически города Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации наши студенты последние годы занимают призовые места. К чему я говорю? К тому, что сегодня идут к нам ребята очень подготовленные, способные, и это показывает результат нашей работы. Аграрный комплекс, он неоднозначный. Если вы видите в разных точках области разные показатели, разные направления деятельности, сегодня разные комплексы, комбинаты, где-то очень сложная ситуация, где-то уже нет сельского хозяйства, но это ни о чем не говорит. ВУЗ многопрофильный, ВУЗ готовит специалистов широкомасштабного направления, и где наши ребята работают везде. Достаточно сказать цифру, что 90% наших выпускников – это руководители районов, области, поселковых администраций, главные специалисты, предприниматели на селе. Это говорит о качестве подготовки специалиста. Это говорит о масштабности подготовки наших кадров. Из 10 министров правительства Нижегородской области 3 наших выпускника. Это тоже о чем-то говорит. Можно закончить престижный вуз, можно красиво поучиться, оставить там большие деньги, а в итоге, собственно, не найти дорогу в этой жизни. Много выпускников университета, технических вузов сегодня приходят в наш вуз в качестве преподавателей, в качестве руководителей направлений. И это тоже говорит о том, что вуз динамично развивается. Сегодня у нас создан центр международного сотрудничества. У нас фактически обучается более 120, уже сегодня около 200 почти цифра иностранных студентов. Это разные страны, это и Африка, это ближние и дальние зарубежья. Сегодня это тоже говорит о том, что у вуза есть будущее, и у вуза есть свое имя, потому что несколько лет назад у нас не было этого направления, к нам вообще иностранцы не шли. Это показатель, критерий оценки вуза и состояние его, в общем-то, сегодняшнего развития. Мы древний вуз, нам 100 лет. Вот 85 было как академия, а по большому счету нам в этом году исполняется 100 лет. Мы образованы в 17 году на базе высших аграрных курсов. Это было первое высшее образование, не просто аграрное, первое высшее образование в Нижегородской губернии. Первый у нас был политех. Политех образовался на базе Варшавского технического университета, который во время войны был эвакуирован. А Варшавский политехнический университет стал инициатором создания высших аграрных, в основном от агрономических курсов. Вот столетнюю сегодня историю мы в этом году будем отмечать. И это очень важно, что у нас были созданы крупнейшие научные школы известных ученых. Первый ректор классического университета в 18 году имени Лобачевского, Дмитрий Федорович Синицын, биолог, он был первым директором аграрных курсов. И первый факультет, который был образован в составе государственного университета, это был агрономический факультет.
И о чем это говорит? Это говорит о том, что классика преподавания, классика образования сегодня у нас сохранена. Все научные школы, которые заложили основу основ вообще научного подхода, педагогического мастерства у нас сохранены. Мы продолжаем школу и профессора Синицына Дмитрия Федоровича, Михаил Петрович Архангельский, первый агроном, который был первым деканом агрономического факультета. И эти традиции сегодня у нас сохраняются. И очень много можно имен называть, но, собственно, времени не так много у нас с вами. Но несколько фамилий можно назвать, которым мы гордимся. Это академик Анохин, известный в стране физиолог, который стоял у истоков основания нашей классической медицины физиологии, физиологической и нашей кафедры физиологии. Это академик Панников, это Владимир Петрович Нарциссов, известный земледел. Антонина Александровна Капацинская, ректор, которая создала одну из лучших пород в овцеводстве, это горьковская порода овец. Сегодняшние наши ученые, Вера Ивановна Титова, известный агрохимик, эколог, Валентина Николаевича Чаева, заслуженный деятель науки, кормленец. Они сегодня преподают, Василий Васильевич Сочнев, известный ученый, эпизоотолог, член-корреспондент Академии наук. Они сегодня преподают в нашем вузе, они создали свои школы, работают их ученики. Вот эта столетняя история, она отслеживается. Это очень хорошо, что у нас такая преемственность есть, традиции есть. Мы не новый асфальтный вуз, который, в общем-то, придумывает новое...